Саженцы пиона, древовидного зутией, джинью, привлекают людей своим белым и безупречным внешним видом. Это очень нежный и элегантный пион. Цветки вначале зелено-белые, а в полном цветении становятся белоснежными, в форме короны, иногда в форме лотоса, приплюснутые, с розовым румянцем у основания. Внутренние лепестки плотно симметричны, с небольшим количеством тычинок, смешанных между лепестками, цветение, сопровождающимся восхитительным сладким ароматом. Многолетний кустарник в зрелом возрасте представляет собой захватывающее зрелище, заслуживающее особого расположения в саду. Длинные стебли с темно-зелеными, тонкими листьями и крепкими ветвями. Древовидный пион открывает всю свою красоту, распуская пышные бутоны. Их лепестки удивляют нежностью и тонкостью, а также привлекают взгляд необычной окраской. Древовидные пионы обладают не сильным, но приятным и нежным ароматом. В отличие от травянистого пиона, стебли такого растения в осеннее время не увядают, а с каждым годом разрастаются все больше, и со временем кустик приобретает полушаровидную форму. Характерные особенности растения. Кустарник декоративно смотрится даже после цветения из-за пышной листвы. Диаметр цветка 15-18 см. Цветы великолепны в срезке, используются флористами для создания оригинальных композиций и букетов. Желательно обрезать использованные цветочные стебли после цветения, чтобы сохранить привлекательный кустарника в течение всего лета. Лучше всего растет на дренированной, богатой питательными веществами почве. Переносит кислую, глинистую, суглинистую, песчаную почву. Пионы не любят частую пересадку, очень важно тщательно подготовить участок для их высадки. Растут медленно, только на третий, четвертый год после посадки они полностью развиваются и обильно цветут. Пионы используются для посадки многолетних клумб или создания групп растений, а также вдоль забора и стен. Они хорошо сочетаются с лилейниками, астрами или другими луковичными растениями. Обладает хорошим иммунитетом к заболеваниям, отличается морозостойкостью, способен выдерживать похолодание до минус 35 градусов. Молодые растения желательно укрывать от морозов. Это многолетнее растение с крупными цветами является отличным вариантом для начинающих цветоводов, а также тех, кто не имеет возможности часто посещать загородный участок. Пион древовидный зутией – это кустарники высотой 100-150 см, диаметром 60-90 см. Цветет растение в месяц июнь. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 17 см. Летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.